какой игре я сейчас нахожусь. Лайк, если понимаешь, что танки онлайн превращаются в танки. Друзья, я решил разыграть для вас спецуху уничтожитель тыкв, в которой есть 160 леденцов, 200 контов, анимаха, голды. Для участия просто лайк, подписка, комментарий и тег биг в настройках. Желаю удачи! Всем привет, друзья, с вами Битанкс, и я пытаюсь понять, в какой игре я сейчас нахожусь. Может быть, вы мне подскажете, пожалуйста, напишите в комментарии, потому что, как бы, вроде бы, ну, вроде я писал танки онлайн, там, играть, вроде да. Но попал в игру под названием Танк X. Ее, к сожалению, уже нет, ее удалили, но что-то происходит непонятное. Допустим, нажимаю я броню. Что-то мне напоминает Танк X. Двойной урон, повышенный урон. Нитра. Мина. Ой. Ну да, мина. Ну и голд. Короче говоря, разработчики поменяли звуки. Из танка фикс перенесли в танки онлайн звук припасов, звук голда, а также для пушки рельса. Мы сейчас ее тоже возьмем, я вам покажу. Я в шоке, потому что я играл в танки X, и для меня эти звуки какие-то такие, блин, вау, что-то такое, это уже я слышал. Давайте я прямо сейчас, ну, поставлю какое-то устройство, чтобы можно было стрелять почаще, ну, скаут тот же, допустим, да. Респимся, ну, взятие голда, вроде точно такое же, но если давайте мы прислушаемся, более, чтобы слышно было вообще четенько вам, включаем спецэффекты, все, вот это дело, слушаем. Броня. Просто это я сейчас вот за несколько секунд показал все, что добавили разработчики, а именно активацию припасов, взятие золотого ящика, по-моему, тоже что-то такое, да? Рельса. Хлестка так. Вот так, как будто орех по текстурам бьет чем-то. А они ломаются, гнутся, мы спускаемся. Короче, вот такие вот звуки, и я даже не знаю, как мне отреагировать на это. В принципе, звуки прикольные, ну то есть, допустим, активация брони мне больше всего нравится, и это типа вот что-то похоже на настоящие танки, такие вот интересные танки, вот, допустим, включаем. Туф-туф, да, прикольно, но в танках X это сопровождалось анимацией танка. То есть там на танке, короче, броня, там вот так, листы брони, которые по бокам, они там туф-туф-туф раскидывались по сторонам, там в танк что-то там входило, какие-то штуки выезжали, что-то происходило. Допустим, нитру включаешь. Вот, и там какая-то штука разгоняется. Окей, в танках X это сопровождалось тем, что там открывалось такое окошечко, появлялся огонь в жопе танка, и типа, да, это скорость. А тут как бы просто перенесли и догадывайся, типа, ну вот это нитра, типа, вот броня. Тут стук, да, ну и отправка на респ, кстати, тоже, давайте мы послушаем. И... ну, это, да, это отправка на респ тоже. Кстати, в древние времена, еще в 2012 году, я пришел в танки онлайн, и моя первая карта, первый бой был на бумбоксе. И, собственно, я символично создал эту карту, и как бы, блин, я играл, думал, что эта карта супер большая, как Дюссельдорф, потому что играл вот так вот, типа, башню поворачивал, на вас по смоке, кстати, еще начинал, вот, и просто так для сравнения посмотреть, блин, пипец, во-первых, на этой карте никто не играет, во-вторых, что происходит, как бы, у нас, смотрите, мамонта Твинс, на котором я был изначально, сейчас вот мамонт, как видите, да, не помню, как называются эти скины, Steam, по-моему, да, вот, Steampunk, вот, они из танков X, то есть считаем, что у нас из танков X, то есть танки онлайн превращаются потихоньку в танки X, это, думаю, все уже заметили, всем понятно, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но мир меняется. О, рифма, нифига. Вот, и, собственно, разработчики добавляют какие-то движухи. Собственно, что у нас? Текстуры, допустим, танков. Они тоже перерисовываются под танки X. Вот эти вообще скины полностью из танка фиг. Просто Мамонта Твинс оттуда. Хоть разработчики говорили, что они там перерисовывали. Перерисовали, но это идентично нарисовали. Это танки X. Вот. Звуки. Тоже из танка фиг. Кусты. Ну, блин, перерисовывать. Ну, как танки X будем считать. Так. Карта песочница HD. Ее, к сожалению, сейчас пока создать нельзя. И разработчики доделывают, оптимизируют, и скоро можно будет играть. Матчмейкинги. То есть,
уже первая карта у нас будет с новой графикой. Вот видите, кто не видел еще эту графику. То есть это тоже из танка Фикс. Ну тут, ну, практически все, он похожий на танк Икс. Всем это тоже понятно. Ну и, собственно, превращение танков онлайн в танк Икс началось с вот этого сочетания Викинга Гром. Он как бы из танка Фикс, грубо говоря, он появился самым первым таким типа нарисованным классным скином. Танчиком в игре, и его подарили всем, кто играл в Танк Икс, после того, как игру закрыли. Все пошли в танки онлайн, все игроки Танк Фикс, и, собственно, на таких вот танках навороченных катались, пока все катались в замыленных. Сейчас же все танки разработчики перерисовывают под вот такие вот довольно современные, даже тот же Вик Гром. А, Гром еще не нарисовали? Или нарисовали? Нет, по-моему, нет. Вот, Викинг нарисовали, уже симпатично. И что-то мне подсказывает, что это еще не все. И помимо звуков, помимо танков и прочих движух, графики, что-то будет еще. К примеру, мина-паук. В танках Икс была такая мина, которая бегала за танком. Что-то мне кажется, что разработчики и это добавят. Потом какие-то движухи с контейнерами. Надеюсь, не добавят. Там какие-то были чертежи в танках Икс. Это просто отстой, мне дико это не нравилось. Надеюсь, этого не будет в танках онлайн. И, кстати, скоро добавят еще эффекты. Когда по тебе стреляют, танк будет, ну, эффекты какие-то красные, там, когда жизни будет мало, анимация на весь экран. Вот это мне, кстати, не очень сильно нравится. Надеюсь, что это можно будет отключить в настройках. Напишите тоже свое мнение, что вы думаете. И когда по тебе попадают, тоже там все трясется, камера дрыгается. Мне это в танках, если честно, не нравилось. Но что-то подсказывает, что это еще не все. И разработчики реально перенесут из танка Фикс просто практически все. Вот, не знаю, у меня вот... Вот такое создается ощущение. Напишите в комментарии, как вам вообще то, что добавляют разработчики. Пока что я вижу только одни плюсы. Ну, то есть, звуки. Класс, ну, типа, прикольно, современно. Понятно, что анимации никакой нет. Но и это уже лучше, чем те старые из 2012 года. Мне нравится. А карта с новой графикой мне тоже нравится. А новые текстуры танков не замылены, мне тоже нравится. Но я надеюсь, что не перейдут границы разработчики и не будут добавлять те же мины-пауки там разные и прочие вот эти чертежи и прочее-прочее. Я думаю, что, возможно, появится карта из танка Фикс какая-то. Там была одна карта, на которой можно было так становиться на танк, и танк пружинкой улетал на другую сторону. Хрен знает, добавят это танки онлайн или нет, но... там еще было, еще одна была какая-то карта из танка Фикс. И вообще интересно, будут ли рисоваться новые карты, прям вообще новые. Так что те, кто играли в танки Икс и скучают по этой игре, когда она закрылась, все так унывали, не унывайте, через полгодика, я думаю, что танки онлайн окончательно превратятся в танки Икс, и уже отличий будет очень и очень мало. Я думаю, что следующим будут это припасы. Что-то мне подсказывает, что коробочки тоже перерисуют, и очень даже скоро. Ребят, пишите в комментарии, как вам изменения в танках онлайн. Я думаю, что многие уже заметили, заходите в танки онлайн, а тут тун-тун-тун-тун, какие-то звуки, стуки. Лепите лайкосы, подписывайтесь на канал, вводите тег Биг в настройках игры. С вами был Биг Танкс из танков онлайн. Да, ну да. Всем удачи, всем пока, друзья.